Сегодня мусульмане отмечают праздник Ураза-Байрам. Он знаменует об окончании поста священного месяца Рамадан. Великий праздник Ураза-Байрам проходит в молитвах Всевышнему и добрых делах. По традиции, в этот светлый день все двери открыты для гостей. Мусульмане принимают их у себя дома, навещают родных и близких. Всех, кто исповедует ислам, искренне поздравил временно исполняющий обязанности губернатора региона. Представителям духовенства Алексей Русских вручил подарок. Хочу вручить подарок, это Коран, да, вот из людей, с Мекки. Это ценнейшая реликвия для нас, Коран. Огромное вам спасибо, что вы никогда не забываете верующих людей на Ульяновской земле. И все ваши шаги, повседневные шаги, это видно, что вы всегда помните о Боге. А раз помните о Боге, значит помните о людей, о нашей России, об отчизне.